сорт острого перца Койот Замт Белый. Этот перчик относится к виду Capsicum chinensis. Он относится к сверхострым сортам перца. Вот посмотрите, какой красивый перчик. Вот такие вот кустики, на которых очень и очень много плодов. Смотрите, от меня грядочки не растут. Это невысокие кусты. Высота кустика может быть от 50 до 90 сантиметров. На них очень-очень большое количество плодов. Плоды созревают от светло-зеленого цвета. Потом становится такой вот слоновой кости. И в конечном чисто-чисто белые. Прямо белоснежные. Такие красивые перчики. Острота такого перца от 250 до 400 тысяч сковелей. Даже острее, чем стандартный хабанеро. Срок созревания этого перца 85-100 дней. Перцы имеют пряный фруктовый аромат и очень-очень урожайные. Этот сорт многолетний. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике. Он неприхотливый и всегда будет радовать вас большим урожаем перцев. Я же говорил, этот перец 400 тысяч сковелей. Он даже острее, чем обычный оранжевый хабанеро. У оранжевого хабанеро 350 тысяч сковелей. Если вам понравился такой перчик, вы можете заказать его у нас. Ссылочки на каталоги вы найдете внизу под этим видео, в верхней строке комментариев. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.